И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать во вселенную Roblox! Сегодня, друзья, мы вместе с вами поиграем в какую-то... Ой, господи, что здесь творится? Уже начался какой-то просто конфликт! А сегодня, друзья, мы с вами поиграем в какую-то странную карту. Вы уже сами видите, что тут происходит, что-то непонятное. И, судя по всему, как я понял, здесь нам нужно будет драться. Вот здесь вот есть два портала, красный и синий. Знаете, как в Матрице, какую таблетку возьмешь, красную или синюю? Я, честно говоря, пока что не знаю. Это что такое? Господи, что тут вообще? Это кто? Кто это такой? Стоунхендж, наверное. А, давайте посмотрим. Смотрите, здесь у нас есть какие-то перчаточки. И я так понимаю, в зависимости от того, какую перчаточку мы возьмем, будет зависеть сила нашего удара. А куда здесь нужно бить, я пока что не знаю. Поэтому давайте возьмем самую стандартную перчаточку. Это, судя по всему, даже, наверное, простая рука. И, например, пойдем с вами... Ну, кто-то забежал в красный, значит, и я сюда. И что тут начинается, друзья? Давайте посмотрим. Так, ну-ка, нам получается. Так, немножко одного шлепнули. Получилось неплохо. Давайте шлепнем кого-нибудь еще разочек. Так, на тебе по попе. Не попал. Давайте еще разочек. Так, о, отлично. Смотрите-ка. Ой-ой-ой, меня тоже немножко закрутило, завертело. И, друзья, это как-то очень, наверное, жестко так. А потому что у меня слабая перчаточка, у кого-то сильная. И смотрите, ну-ка, господи, как меня сильно пихают-то. Так, но я при этом все равно могу дать сдачи. То есть задача противника вытолкнуть меня с острова, как я понял. Смотрите, он идет за мной. Получай. Так, о-о-о, улетел пацанчик. Так, отлично, я, наверное, буду, наверное, ну, держаться на этом острове. А, смотрите, у нас здесь есть какое-то дерево. Я так понимаю, мы сейчас с вами на какой-то арене. Так, чувак, иди-ка отсюда. Нифига себе, он меня пнул. Так, у него явно перчатка посильнее. Так, отлично. Давайте перейдем в магазин. А, интересно посмотреть, что здесь в магазине. А, какие-то статусы. Господи, меня столкнули. Что за музыка играет? А, так, я накопил сейчас всего 7 перчаточек. А на эти 7 перчаточек я себе ничего купить не могу. А, смотрите, действительно, с каждой новой перчаткой скорость нашего бега будет увеличиваться. Также у нас будет увеличиваться и урон, который мы будем наносить. Мы сейчас с вами побывали только что в красном портале. Давайте попробуем забежать в синий и посмотрим, что у нас в синем портале. То есть все то же самое. Есть, соответственно, перчатка. Мы ее просто вот так вот пинаем. Но почему-то здесь вообще нет игроков. Это очень странно, да? То есть всего один игрок вон там. Вот я сейчас за ним бегу. Я, правда, не знаю, что мне это даст. Но давайте попробуем посмотреть. Ну-ка, добегу ли я до него вообще? И мне также интересно, что там в самом конце. Господи, что происходит, друзья? Это... Что это было только что? А, кто-то остановил время, то есть я как понял. А теперь я прям совсем понял. А теперь еще лучше понял, друзья. Здесь эти перчатки имеют различные суперспособности. То есть у кого-то была только что перчатка, которая может останавливать время. А, давайте подойдем вот к этому парню. Может быть, просто с ним поздороваемся. Не хочет. Не хочет он здороваться, он просто прыгнул вниз. Какой ужас. Ну давайте тоже прыгнем вниз. Так, и где мы окажемся? Так, мы просто, наверное, умрем. Короче, понятно. Смотрите, здесь разные перчатки дают разные способности. Соответственно, давайте немножко попинаем других плохишей. Столкнем. Ну-ка, так, все, отлично, столкнул его. Но я так понимаю, за то, что мы кого-то сталкиваем, нам особо за это не платят. То есть нам платят конкретно за шлепки. То есть я вот сейчас улетел, и как бы ничего страшного, и с меня ничего не списало, и с противника тоже ничего не списало. Соответственно, наверное, ничего страшного. А, так, давайте, наверное, сейчас сходим еще вот сюда, посмотрим, что у нас на этом острове. Очень любопытно. Вот сюда можно как-то... А, понятно. Это просто невидимая цепь. Я думал, что по ней можно забраться, оказалось, что нет. Окей, давайте снова пойдем на нормальную арену. А, тут все ребята сражаются. Смотрите, у кого-то перчатка прям супер светится. Давайте напин... Ого, нифига себе! А это вообще законно было? Что это только что произошло? Ужас какой! Фига себе он пнул меня! И офигеть! Откуда у него такая мощь-то? Ну-ка, я его чуть-чуть пинаю. Он меня прям со всей дури, посмотрите, я улетаю просто куда-то в стратосферу. Кошмар! Так, я понял. Ладно, пока что я достаточно слабый. Я, наверное, просто не буду. Я не буду сейчас связываться с этим челом, у которого супер перчатка. Смотрите, время остановилось. Это все он делает. Смотрите, он остановил время, судя по всему, потому что он двигается, а я нет. Понятно. Так, любопытно. Давайте, наверное, сейчас мы попробуем снова кого-нибудь пнуть. Только не его. Я так понимаю, он здесь, знаете, в роли босса. То есть он всех пинает, все улетают в разные стороны, но при этом никто его выиграть не может. Это очень необычно смотрится, друзья, на самом деле. Так, а сколько, кстати, стоят новые перчатки? Сейчас, кстати, посмотрим. Есть, кстати, невидимая перчатка. Глядите, вы ее одеваете, и вы становитесь невидимыми. То есть, да, действительно, у каждой перчатки есть своя суперспособность.
Круто, реально круто. А что вот эта перчатка делает? Смотрите, вот если мы вот эту купим, у нас тут суперспособность, которая называется Stone Age, то есть какая-то каменная эпоха. Что это делает, непонятно. Давайте попробуем накопить. Господи, сразу мне дали по лицу. Ну-ка, на, держи. Получай, ты тоже получай. Так, все друг друга пинаем сейчас. Всех запинываем просто вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Так, еще отлично, 16 единиц у меня уже есть. Может быть, за вот этого прям много дадут? Нет, много не дали, но ничего страшного. Так, еще раз пинаем. Ой-ой-ой, да, понятно. То есть он тут реально всех запинывает. Серьезно, это что-то прям, ну, что-то невероятное. Так, у меня 17 перчаточек. Я хочу сейчас накопить на перчатку, которая стоит 25, в принципе, это немного, и уже с этой перчатки, с перчаткой получится гораздо легче играть, потому что она будет у нас сильнее, я буду бегать быстрее, и, конечно, это очень круто. Так, вот у этого пацанчика какая-то перчатка необычная, но при этом я его достаточно так хорошо напинал. Так, смотрите, у нас сейчас 22 единички, давайте снова попробуем попинаться. Так, залетаем, о-хо-хо-хо, хорошо он мне так приложил. Так, вот этому тоже приложим, аккуратненько. 25-я перчатка у меня сейчас уже будет. Отлично, она у меня уже есть. По идее, я сейчас уже могу отправляться в магазин. Я думаю, сейчас меня вытолкнут, и мы попробуем купить вот ту перчатку, которая поновее, посвежее, так сказать. И не будем бегать уже с этой самой стандартной. Так, кто тут? Фига, у него электрическая. Смотрите, что он делает. У него есть суперспособность электричеством стукать, ё-моё. Так, отлично. Просто происходит какое-то мракобесие, если честно. Но потихонечку у меня получается их запинывать. Так, пацаны. Знаете, кстати, интересно было бы, если бы здесь были по командам. Короче, если бы все разделились по командам и пинали. Но вот это то, что происходит. Все просто лупятся. Это просто какой-то, я не знаю, салат, наверное, из роблоксеров. Так, пока что время остановилось. Там чел что-то пытается сделать, но это все бесполезно. Так, меня сейчас, кажется, выпнут отсюда. Так, получай. О, слушайте, почти уронил его. На самом деле, прикольно было бы поиграть в эту игру с каким-нибудь другом или друзьями даже, когда вас много, и вы все друг друга пинаете. Так, вот этого пацана хотел сейчас пнуть, но не получилось. Так, может быть, вот этого. А, отлично. Ой-ой-ой-ой, меня выкинуло случайно, я сам выпал. Господи, какие крики. Так, давайте попробуем купить вот эту вот перчатку. А, она 45 стоит? Я думал, она 25 стоит почему-то. То есть мне не хватило еще 10 слэпов? Окей, давай, окей, не вопрос, не вопрос. Давайте сейчас накопим эти 10 слэпов. Это не так сложно, в принципе. Просто врываемся сюда на арену и начинаем потихонечку всех мутузить. Вот этого электрика мне хочется запинать. Так, а здесь что? Если мы прям в толпу врываемся, мы сразу одним ударом наносим урон сразу нескольким игрокам. Фига себе меня крутит, друзья, посмотрите. Ё-моё. Так, давайте еще раз попробуем. Так, вот это вот столкнуть хочется. Смотрите, какой-то прыжок она сделала. Необычно. Это, видимо, перчатка позволяет. Смотрите, как она прыгает, ё-моё. Так, меня сейчас выпнут. Понятно. Ну, честно скажу, со стандартной перчаткой здесь как-то брыкаться, это очень тяжело. То есть нужно реально какую-то крутую перчатку искать. Так, ну, я хочу накопить все-таки. Я надеюсь, накоплю сейчас. Блин, меня выпинывают и выпинывают. Мне надо всего 5 слэпов сделать. Что ты орешь? Так, мне нужно всего 5 слэпов сделать для того, чтобы купить вот ту перчатку. Давайте пробовать. Так, потихонечку. Блин, опять не... 42, отлично. Так, еще парочку раз, и мне будет достаточно. Тяжело еще, кстати, знаете, попасть. Блин, опять выкинули. Тяжело, на самом деле, по ним попасть, потому что они еще как-то уворачиваются, все бегают, прыгают, и из-за этого получается полная ерунда. Так, смотрите, кто-то применил какую-то новую суперспособность и куда-то просто улетел. Так, еще один раз я пну. Все, отлично, я пнул. Давайте, наверное, даже специально умру и попробую купить ту самую перчатку и посмотреть, что у нас за это будет. Так, вот она, собственно, эта перчатка, которая стоит 45 слэпов. Мы ее с вами сейчас покупаем. Она в полтора раза сильнее. Вы представляете, в полтора раза? Это прям реально много. А что, а как ее купить-то? Так, подождите-ка, но у меня же есть баланс. Как мне ее взять? Может быть, она... Нет, она не купилась, по идее. Так, ну как-то нужно все-таки ее купить. А, может быть, она уже применилась у меня? Давайте попробуем, сходим, посмотрим. Да, она уже применилась, смотрите. Смотрите, я могу в камень превращаться. У меня есть суперспособность, которая позволяет мне превращаться в камень. Но при этом после этого... Ого, нифига, у нее длинная рука. Но при этом после этого я, получается, медленно хожу. Так, давайте попробуем еще раз кого-нибудь пнуть. Посмотрим, какая у нее сила удара. Фига себе, сила удара у нее реально нормальная. Так, в камень. Слушайте, а это прикольно, когда ты в камень превращаешься, никто не может тебе ничего сделать, и ты не улетаешь с арены. Блин, еще музыка внутри этого камня играет, какая-то дискотека, все бьются, пинаются.
Так, выходим из этого камня. То есть мы сами выбираем, когда из этого камня выйти. Фига себе, что он придумал, какая у него длинная палка. Офигеть, так, ну-ка, получай. Нормально я ему сейчас приложил. Он мне тоже нормально приложил. Так, вот эта драка начинается. Интересно, кто же выиграет? Время пока что остановилось. И смотрите, в какой я позе, ё-моё, друзья. Я прям как будто лечу куда-то вниз. А это, наверное, так и есть. Так, ну-ка, сейчас попробуем его скинуть. Пока не получается. Превратился в камень. Так, обратно. А, блин, я медленно хожу. Вот это, кстати, огромный минус, то, что я медленно хожу. Типа, не получается. А, так, вот этого, может, как-то получится скинуть. Блин, фига себе. А, у нас так приличный урон. Так, может быть, еще разочек попробовать его пнуть. Так. Но у нас пока с ним драка такая неплохая получается. А, так, ничего не вышло. А, окей, вот этот сильный, да? И я тут даже в камень не могу превратиться, фига себе. То есть в камень можно превращаться только, видимо, на земле. А, короче, друзья, смотрите, здесь куча различных перчаток. Сегодня вот такую вот классную карту я вам показал. Если вам этот ролик понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну и, конечно же, включите колокольчик. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Меня звали Лайтер, всем хорошего настроения и пока.